В деревне Полесье прошел районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2021». Шесть семейных пар вместе с детьми вышли на импровизированную площадку перед Домом культуры. Ведущие представили конкурсантов. Семьи Адамовичей, Бурбут, Воскресенских, Заславских, Пантелеенко и Таранчуков. Поддержать семейные команды приехали председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Олейников, председатель районного совета депутатов Людмила Величко, председатели сельских исполнительных комитетов и огромное количество друзей, коллег и родственников. Первым конкурсом стала выставка-презентация семейного творчества и достижений. Чего только не предоставили молодые родители на суд зрителей. Здесь и выпечка, и инсталляция в виде фермерского подворья «Мечты семьи Воскресенских», и вышитые бисером иконы семьи Таранчук, и аппетитно выглядящие закатки с вишневым компотом, и продукты пчеловодства семьи Пантелеенко, различные игрушки, поделки – все это результат семейного творчества. Второй конкурс проекта – семейная эстафета. Здесь молодые отцы семейств складывали поленницу из дров. Их супруги с помощью ухвата переносили печные чугунки. Затем вся семья собирала в корзинки мелкий и крупный картофель. А потом все финишировали в огромном красном мешке. В третьем конкурсе семьи творчески продемонстрировали единство и связь поколений. Здесь кто-то рассказал о семейном гербе, передаваемом из поколения в поколение. Некоторые рассказали о заповедном уголке родной природы, который на протяжении нескольких поколений является объектом восхищения, любования и отдыха. Зрителей впечатлила семья Заславских, которая через песни разных поколений показала единство и связь родни. Наконец-то образились, скажем честно, не тая, что на эту сцену вышла просто дружная семья. В итоге была названа лучшая молодая семья, победитель, которая достойно представит наш район на областном этапе проекта «Властелин села-2021». По единодушному решению жюри победителем стала семья Адамовичей, которая была награждена дипломом первой степени. Всем участникам проекта были вручены подарки райкому профсоюза работников агропромышленного комплекса, райкому профсоюза работников образования и науки, первичной профсоюзной организации Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и районного комитета общественного объединения БРСМ. В конкурсе участвуем первый раз, поэтому не знали ни формата, ни участников. И решили подготовиться с максимальной решительностью, с максимальным настроем, потому что желание было не только участие, но и победа. На область не ожидали, что поедем, но коль так уж подвернулось, придется ответить, ответственно подойти и к этому мероприятию, и к подготовке, и отстоять честь парищ на областном конкурсе.